Вы мне не верили, а я опередил время. Конкретно я вам верил. Где он, этот космический уровень? Тоже, кстати, я об Артеме Дзюбе. Сейчас все отрабатывают максимально возможные формы удаленного доступа. И я сегодня очень рад видеть у нас в таких вот гостях своеобразных Романа Широкого, бывшего игрока сборной России, человека, чьи передачи сравнивали с передачами Андреа Пирло, а «Острый язык» с австрийскими стрелами. Ну, про австрийские стрелы это я только что выдумал. И сейчас, видимо, будет какое-то подтверждение. Клюет! Подсекай! Эй! И здесь никого. И тут пусто. Куда все подевались? Где все? Все в BetCity. Делают ставки на спорт. BetCity. Для тех, кто в игре. Роман, как вам живется в удаленном доступе, скажем так? Чем вы себя развлекаете? Я? Школьной программы детей развлекаюсь. Все ли у вас уроки получается им помогать делать, или есть какие-то сложности? Да нет, сложностей нет. Там старший сын сам справляется, слава богу. Дочке чуть-чуть помогаем, но она просто вработалась в такой режим. Сейчас пришлось наверняка вам тоже поставить на стоп какую-то свою активность. Вы часто выкладывали фотографии из тренажерных залов. Как вы поддерживаете физическую форму? Дома есть какие-то тренажеры. Потом у меня есть беговая дорожка. А я живу в поселке, здесь выходить можно на территории. Поэтому выходим, ходим, гуляем, бегаем. Вот министр спорта недавно обратился к спортсменам по поводу детей, которые остались без тренировок, которые привыкли посещать какие-то секции, занятия, может быть, уже готовят себя к профессиональной карьере, чтобы они помогли советам, как мотивировать себя. Ведь ну, дети, у них с мотивацией ведь не всегда все так однозначно и просто, как у взрослых состоявшихся людей. Как им себя ориентировать на каждодневное поддержание формы, которая ну, еще неизвестно, как долго им понадобится? Детей, мне кажется, не надо как-то мотивировать на то, чтобы они занимались спортом. Если есть возможность, они готовы всегда бегать, прыгать, чем-то заниматься. Главное их чем-то увлечь в этом плане. Там тот же воркаут или еще что-то. Мячом где-то можно поиграть. Я думаю, с этим проблем не должно быть. Другое дело, что достаточно много живут в квартирах, да, но все равно у многих закрытые территории, то возле дома, наверное, все равно могут выходить и как-то задействовать там, какие-то активности спортивные. То шуток много сейчас в интернете по поводу, что можно победить кризис лежа на диване впервые в истории. Вы последний матч футбольный какой посмотрели? Да так, я даже, наверное, вам на скидку не скажу, какой целенаправленно. Уже давно никто не играет в Беларуси, но только отрывками. И там совсем чуть-чуть тоже, можно сказать, там, больше нарезка от Австралии матч показывает. И все. Но если говорить о полномасштабном, то, наверное, чемпионат России, который последний был, матч там смотрел. А как вы думаете, чемпионат Беларуси еще долго нас будет радовать? Но Лукашенко сказал же, что их не берет коронавирус, поэтому, наверное, они пока будут продолжать нас радовать. У вас какое ощущение? Сейчас его уже на обложку FIFA поставили. Вы сами-то как считаете? Согласны с Лукашенко? Не согласны с Лукашенко? Я не знаю, какая у них ситуация, но мне кажется, что лучше себя предостеречь, чем потом расклёбывать кашу, как условно Италия или Испания. Ну, конечно, пришел-то ваш звездный час, Роман, потому что никто не мог представить себе, что ваша та нашумевшая фраза «просидеть дома» окажется настолько... Вы мне не верили, а я опередил время. Нет, в той ситуации конкретно я вам верил, но действительно, да, были оппоненты, это точно совершенно. Вы можете дома сидеть. Как вы считаете, Роман, долго ли еще мы останемся без чемпионата России, и вот ваш просто чистый какой-то внутренний голос? Я думаю, что... Ну, сейчас трудно предполагать, но мне кажется, что где-то в середине апреля, наверное, ближе к концу, будет понятно что-то. Вот, в принципе, там такого взрывного роста нет, да, чуть-чуть прибавляется у нас число заразившихся, но мне кажется, что правительство сделало, и президент, все предупреждающие меры достаточно эффективно работают. Другое дело, что у нас много самих граждан, не совсем сознательных, которые куда-то летают, прилетают, потом никому об этом не говорят, выходят на улицу, тем самым заражают. Самое главное,
что мы, наверное, ну, я говорю, вот этот взрывной рост какой-то, наверное, предотвратили. Какое-то время еще у нас будут появляться больные, безусловно, но я думаю, приблизительно будет понятно в течение там, месяца следующего, что будет. Но мне кажется, что должно быть все нормально, и там где-то в начале мая мы, наверное, сможем продолжить. Это мое чистое мнение. Ну, правильно. А что же еще? А, вот еще интересное ваше мнение получить. Нам обещают, что вот этот кризис вместе с коронавирусом вкупе, он сделает планету чище. Это тоже один из таких мемов. Во-первых, чувствуете ли вы, что он действительно становится чище? Да? И вот учитывая то, что вас несколько лет назад проснулась, ну или в полный рост поднялась тяга к спортивному менеджменту, не кажется ли вам, что и спортивный менеджмент после этого станет чище? Ну это я так захожу с тыла. Спортивный менеджмент, я думаю, вряд ли станет чище, особенно у нас. Вот. А планета, ну, на какое-то время сейчас какие-то производства остановились, кто-то не работает, меньше, может, машин на улице. Наверное, что-то становится чище. Наверное, Грета Тунберг рада на данный момент. Но она тем более сказала, что она вроде как победила болезнь, только что вчера прозвучало ее такое очередное заявление. Не знаю, уже громко достаточно она, ее заявление считается или нет. А вы успели поработать функционером после окончания карьеры футболиста. Не сложилось ли у вас ощущение, что вот когда вы работали, что вот нашла как-то коса на камень с тем, что вы вроде бы как пытались приобретать какие-то знания, но можно ли их адаптировать к реальности, раз уж мы заговорили о российском футболе? Или нужны другие навыки? Да нет. Навыки нужны те, которые я получил, учась. Это, безусловно, очень важно. Вот. И потом я, как мне кажется, успешно развивал. Ну вот, такое дело, что можно уже там со стороны оценить, получилось, не получилось, но это нужно еще знать, что происходило там внутри. Да. Вот. Но тот год, почти год, который проработал, мне кажется, что у меня очень много в плане понимания того, как развивается менеджмент и вообще вся структура футбольная в России дала. Ну вот, в частности, можно ли сказать, что вот под вот эту историю сейчас, которая происходит, все ушли на удаленку, все остановилось, но что-то можно разработать, что все-таки изменило бы чуть-чуть отношение профессиональное к российскому футболу? Мне кажется, это не только в условиях удаленки. Нужно было давно это делать, но вот нас же Вадим Пряткина переизбрали такой аргументации, что лига вышла на какой-то новый космический уровень. Хотелось бы, конечно, знать, где он, этот космический уровень, и что такого феноменального они сделали. А мы не можем сейчас узнать, мы удаленно все сидим, и лига тоже. Они могут удаленно там нас проинформировать, мне кажется, у них же есть, наверное, какие-то точки отчета, что они брали. Понятно, что увеличилась аудитория, она не могла не увеличиться в плане того, что ввели много стадионов. Вот. Интересно посмотреть, как увеличилась она за последний год, после года чемпионата мира. Вот это. Вот. Сейчас вот у них, наверное, есть какие-то за первые полгода данные. Могли бы опубликовать, интересно было бы. Ну что ж, будем ждать. Ну да, я думаю, долго нам придется. Хотя могли бы нас порадовать. Все сейчас советуют спортсмены посмотреть какие-то фильмы, книги. Во-первых, что вы предпочитаете делать, смотреть или читать сейчас? Вот? Я больше как читать, я сериалы особо не люблю, кино тоже. Ну так, могу сходить куда-то посмотреть, но не фанат далеко. Читать больше люблю, но у меня были книжки, которые я почти там до этого все прочитал, сейчас какие-то дочитал. Талеба две книжки, но я их уже читал давно и дочитал. Сейчас Сонина дочитываю, но она тоже как бы переиздание уже, там, когда закончится нефть. Ну, такие специфические книги, не все их будут читать. Где вы нашли Андреа Пирло, которого я упомянул в начале разговора? Фото ваше с ним на отпуске. В Италии его нашел на одном курорте. Вот, чисто случайно просто зашел на один пляж, и он там. Мне товарищ просто хотел сфотографироваться, говорит, давай вместе. Ну, вот мы сфотографировали. Он говорит, тоже футболист. Он говорит, да-да, я помню. Я сам был в шоке, честно говоря, когда он сказал, что я помню, и сказал, когда мы последний раз виделись. Ну, в принципе, один раз и виделись, наверное. Он говорит, да, мы играли с вами перед чемпионатом Европы 12-го года. Вы нас обыграли 3-0.
Я помню, что вы, кстати, даже скептически тогда немножко после той победы выступили, потому что очень уж большой был перевес над итальянцами, был риск, что все не так сложится на самом Евро. Первый тайм, мне кажется, такой был более-менее равный. Может быть, чуть с преимуществом итальянцев, а второй нам удался, мы там забили 3 мяча. Ну, они чуть-чуть состав поменяли, но от этого, я думаю, победа менее значимой не стала. Вот. Ну, а потом мы, кстати, я не сказал, что скептически, я просто сказал, что мы забили, в принципе, может быть, не все, что могли, но достаточно много. Ну, и начали мы неплохо, там 4-1 следующий матч. В связи с как раз тем, что мы за сборной России заговорили, есть еще один персонаж, с которым выловлена ваша фотография в сети, Юрий Жирков. Он, для него, мне кажется, совсем обидно сейчас уходить было на перерыв, потому что набрал он какую-то топ-форму, ненормальную, вампирическую, я бы сказал, для его возраста. И какой шанс все-таки увидеть его через год на Евро, если Евро, конечно, состоится? Тоже, кстати, и об Артеме Дзюбе. Какая у него будет форма, на ваш взгляд? Если ребята себя держат в хорошем тонусе, почему они должны через год его потерять? Вот. Другое дело, что у Юры контракт заканчивается, я не знаю, продлят они его или нет, останется он в «Зените» или куда-то перейдет. Вот. По нему более сложнее вопрос. Но Артем, вроде там договорились они, по крайней мере, то, что пишут в прессе. Вот. Я думаю, в его ситуации держать форму намного проще. Вот, тем более он основной игрок. Я думаю, главное, что не дать себе расслабиться, и все будет хорошо. Тем более он основной игрок и там, и там. И не то, что основной, а лидер, на которого все равняются. Поэтому ему должно быть вдвойне больше нужно работать, чтобы поддерживать и себя, и ребят на уровне. Ну, в таком простое... Целый, ну, понятно, что все графики подготовки летят. Даже если через год Евро пройдет в том же формате, сборная России, она станет, по-вашему, сильнее, слабее, такая же. Как на ней это отразится? Честно говоря, трудно сказать, потому что непонятно, какой будет состав. Да? У нас, наверное, кто-то может быть выпасть из обоймы, кто-то, наоборот, добавится. Ребята молодые появляются. Ну, трудно сейчас сказать, кто будет соответствовать сборной на следующий год. Сейчас еще посмотрим, как отбор пройдут, да? Начнут. Что там, Лига наций, или как она называется. Вот. Но через год там много воды может утечь. Насколько сейчас вот эти логичные эти все разговоры про то, что Кокорин может перейти в Испанию, кто-то может там еще куда-то уехать за рубеж. Ну какая Испания? Испания сейчас вообще в пандемии и в очаге находится. Это... Сейчас он вряд ли уедет. Ну, летом почему нет? Все возможно. Никто же не думал, что Федя возьмет их в последний день и уехал. Вот, к сожалению, сейчас у них там, да, как и у нас, все прекратилось, но начал достаточно неплохо. Вот. Потом нужно будет, конечно, ему надо было тянуться в тот ритм, который есть там. Вот. На эмоциях он, может, первые два матча, там, три сыграл неплохо, потом, может, для них средне, но все равно выходит в стартовом составе, и самое главное, что он играет. И для него это хорошо, это он будет развиваться. Ну а если будет там играть, если с ним будут приглашать сборную, сборная станет еще сильнее. А Миранчуки не успели. Ну, я думаю, ему не надо было зимой уезжать. Нужно было там Локомотив поддержать, завоевать с ними попадание в Лигу чемпионов. И уже от этого оттолкнуться, будут варианты. Летом, в принципе, больше вариантов, наверное, больше возможностей подороже и себя продать. Ну, клубу дать возможность заработать. Вот представьте себе, что вы сейчас действующий футбольный функционер. Со всем вот образованием, какое вы себя сейчас, ну, скажем так, запихнули, да, усилиями воли и с помощью книг. Вы оказались в ситуации, когда клуб должен продолжать платить зарплаты футболистам, при том, что простой. Ну, вот недавно все как раз говорили, что зачем мы платим столько денег, когда так мало матчей, хотя матчей было совсем немало. Руководители клубов на это жаловались. Сейчас матчей нету. Ну, так по их логике вообще тогда платить не нужно или что делать? Мне кажется, они с матчей-то особо и не зарабатывали так, чтобы платить зарплату всем. Вот. У них был какой-то бюджет, который давно оговорил. Мне кажется, все контракты подписаны, деньги, по большому счету, все перечислены. Поэтому... Ну, это посыл Гиннера был про количество матчей. Ну, я не знаю. Я говорю, что я не думаю, что они платят зарплату от того, что зарабатывают с матча. Я не думаю, что там такой большой заработок. У них, в принципе, весной сколько домашних матчей с топами, наверное, 2 или 3 максимум, да? Вот. Я не думаю, что они с него собирают топ, чтобы заплатить зарплату. Я думаю, что все контракты, которые были подписаны, все деньги перечислены.
так как у нас там финансовый год начинается в начале календарного года, я думаю, что все успели перечислить до того, как началась пандемия. Вот. Поэтому будут платить, а то, что выпали какие-то доходы, они все равно их компенсируют, если сейчас чемпионат начнется. Я думаю, даже, может быть, и больше зрителей будет ходить. И больше, возможно, будет рекламных денег, когда телевидение снова начнет показывать футбол. Или я ошибаюсь? Словно, ну, телевидение и так, я говорю, все контракты были подписаны, же не может прерывать эти контракты. Ну, через форс-мажор, наверное, да. Вот. Но все равно, когда это возобновится, я думаю, что это все равно вернется, и люди получат свои деньги. То, что не допустили сейчас. Тогда в завершении разговора мы же должны позитив сейчас сеять в людей, которые заперты в четырех стенах. Ну, может быть, у кого-то стен чуть больше, но это уже все равно ничего не меняет принципиально. Я помню, как вы в Израиле практически ушли из «Зенита», когда «Зенит» играл последний раз с украинскими, кстати, командами. И вы тогда ушли после ссоры с Лучано Спалетти. Через год я встретил, уже когда Спалетти покинул «Зенит», его случайно на Невском. Причем он продолжал жить в России, продолжал жить в Петербурге. И мы стали разговаривать. Он стал говорить: ой-ой-ой, вот мафия это была, Шира, Шира. Я говорю: так а что Шира? Сейчас был Шира, а сейчас вот, например, Данни и Халк, они решают вопрос. А, говорит, они, ну понятно теперь все. И через буквально там какое-то время, ну конечно, уже побольше времени прошло, выходит ваше общее фото, вы пишете спасибо за прием, за уделенное время и так далее. Можно ли сказать, что это вот ваше такое глобальное примирение в жизни, которое вы... Глобальной ссоры не было, я уже много раз объяснял, что это... Но стечение обстоятельств, там коса на камень нашла. Неудачное выступление, еще чего-то, но вот и все это копилось, просто в одномоментное вывалилось, просто со мной и с ним, вот и все. А так у нас были великолепные отношения, и сейчас они такие же. В любой момент могу приехать, сейчас, к сожалению, он там не тренирует пока, вот, но я надеюсь, что с лета начнет опять. Он все грезит Фиорентиной, родной, надеюсь, что дадут порулить чуть-чуть. Ну, давайте надеяться вместе. Очень важно в эти минуты дарить людям возможность с кем-то общаться. Только что это сделал Роман Широков, оставивший заметный след в истории российского футбола человек. И я думаю, что еще своего последнего слова не сказавший. Главное, чтобы вы говорили это не только у себя внутри дома в ближайшее время, а где-то еще. Хороших вам прогулок. Спасибо. Учите уроки. Всего вам хорошего. Спасибо. Пока. Удачи на связи. Клюет! Подсекай! Эй! И здесь никого. И тут пусто. Куда все подевались? Где все? Все в BetCity делают ставки на спорт. BetCity для тех, кто в игре.